привет, ребята, вы на канале Digital Shaman, меня зовут Иван, и сегодня у нас будет 100 мм с проблемой стабилизатора, немножко вибрация, и скорее всего связано с тем, что там есть скол стабилизатора, это нужно сейчас проверить, и откроем, посмотрим, проверим, поехали. Так, стабилизатор. Я разобрал стабилизатор, и я вижу, что, первое, это у нас то, что объектив находится, стабилизатор находится на парковке. Если мы переведем его в это положение, он слетает с парковки. Вот он. И, в общем-то, находится в правильном втором положении. Вот в этом положении он тоже бряцает, хоть и меньше. Но вот в этом положении свобода хода гораздо шире. И у нас, как мы можем видеть, есть вот такие пружины. Они все на месте. Ничто никуда не улетело. И все находится в нужном месте. Следовательно, единственная причина, по которой объектив может бряцать совершенно очень громко, это если, например, сдернуть линзу с фотоаппарата, при этом не отключив фотоаппарат. Тогда у нас, получается, вот в этом положении зависает объектив. Видите, как он будет бряцать? Вот. А вот в этом положении он должен выходить на парковку. И, соответственно, если он не запарковался, то будет бряться сильнее. Поэтому в данном случае все в порядке со стабилизатором и не требуется никакого ремонта. Так, камера молчит. Нажимаем попытку сфокусироваться. И слышим, что отрабатывает старт. Когда мы смотрим ближе, мы видим, что сейчас старт стоит. Но при попытке сделать фокус, и пока удерживаем кнопку фокусировки, мы видим, что старт отрабатывает. Все отлично. Давайте послушаем. Вот он включился. Как только кнопка... Включается и отключается. Теперь смотрите, если, например, объектив работает в режиме видео, и он, например, у нас включился. Слышим, что включился. Все, он отрабатывает. И мы отключаем полностью вот таким вот образом объектив. И там, слышите, как бряцает. Что произойдет, если мы сделаем вот так? Включили, выключили камеру. Все, отключился. Теперь меньше шумит. С чем связано? С тем, что этот стаб ушел на парковку. Соответственно, перед снятием объектива нужно, если вы в видеорежиме, выключить камеру, если в фоторежиме, снять пока тогда, когда отключится стаб. Таким образом, он перейдет в режим парковки. На данном этапе было проверено, и объектив полностью исправен. Нет никаких проблем в стабилизаторе. На этом у меня все. С вами был Иван, канал Digital Shaman. Всем пока! Хочется отметить, что этот объектив на бесконечность вообще классный. На 2,8 он безумно резкий. Так что это, блин, очень даже неплохо.